Всем привет! Сегодня 8 марта. Я поздравляю всех девчонок и женщин с этим праздником. Мне подарили очень много подарков. Полный обзор будет в следующем видео. А сегодня я вам хочу показать один из подарков. Это огромный бокс корейской канцелярии. Сейчас все подробно расскажу и покажу. В этом наборе есть очень милый и вместительный пенал, цветные карандаши с точилкой, 12 маленьких карандашиков. Идеально подойдет для школы. Сейчас я вам сделаю выкраску. По мягкости судить не буду, но повторюсь, для школы это самый оптимальный вариант. Далее у нас идет набор гнущийся линеек вот в такой красивой папке. Внутри 4 разных линейки. Простые карандаши. Они с ластиком на конце. Дизайн у всех карандашей одинаковый. Есть вот такая зеленая точилка. Подточила 2 карандаша этой точилкой. Точится, конечно, так себе, но в целом карандаши очень милые. Магнитные закладки. В наборе 6 штук. Блокнотик на кольцах. В линейку. Еще один блокнотик в линейку. Есть еще вот такой блокнот, он уже в клетку. Есть вот такие листочки. Как я поняла, это как стикеры, только их нужно отдельно вырезать канцелярским ножом, и они уже будут клеиться. Так как вот это и все, это и есть большой стикер. Есть еще вот такая закладка. Даже есть тетрадка в линию. Очень милый дизайн. Клей-карандаш размером примерно с палец. Пахнет обычным клеем. Только посмотрите, какие няшные стикеры здесь есть. Целых 5 ручек. Одна из них автоматическая, гелевая, синяя, стирающая. Остальные гелевые ручки черного цвета. Насколько я слышала, в Корее пишут черными ручками в основном, поэтому их здесь так много. Сейчас каждую покажу. Эти ручки были вот в такой милой коробочке. Также к ним шли 2 запасных стержня черного цвета. Набор декоративных скотчей. Четыре штучки. Пастельные текстовыделители, 6 штук. Цвета очень нежные и красивые. Цветная ручка. Здесь достаточно много цветов, и это очень классно. И последнее, это большая папка для тетрадей. Мне очень понравилась эта корейская канцелярия. Если вам тоже, то ставьте лайк. А на этом мое видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!